I've gathered a list of other hunters asking for help. Алоха. Я вас категорически приветствую. Здравствуйте. Алло. Меня слышно сейчас нормально или нет? Да. Ну, я слышу то, что ты меня слышишь, да. Что-то качество как будто похуже стало немного. Блять, короче, расскажу такую историю, сейчас тебе интересно, хочешь? Короче, ищу для стрима какую-нибудь, ну, типа, превьюшку, чтобы, блядь, отображалось. Нахожу, короче, допустим, картинку на Яндекс.Картинках. Я ее, блядь, беру эту картинку, открываю полноформатную, нажимаю скачать. Она качается в формате WebP. Я такой, сначала пробую вставить, говорит, ну, не вставляется. Я, короче, просто меняю .jpeg, вставляю, она вставилась, все нормально. Я нажимаю «Создать трансляцию», он говорит, невозможно картинку в WebP сделать. Я да ебаный в рот, давай другую искать. Другую скачиваю, она тоже в WebP, третью скачиваю, она тоже в WebP. Блять, по итогу мне пришлось запускать GIMP, вставлять в WebP, потом экспортировать в PNG, выводить на рабочий стол, с рабочего стола добавлять PNG, нажимать сохранить и после этого, блядь, создавать трансляцию. Это что такое вообще? Яндекс картинки, что с вами, блядь, произошло? Я вообще нихуя не понял. Так, я сейчас, короче, наверное, быстренько схожу покурить. По фастеру, блядь. Так. Ну давай. Вот. И как раз хочу проверить просто трансляцию. Можешь тоже попробовать зайти, посмотреть. И надо притащить предметов сюда. Поэтому сейчас где-то через буквально минутки три подойду.
Алоха, ты здесь? Так. Да, здесь. Короче, мне сейчас надо, чтобы кто-нибудь проверил стрим после того, как я вернулся, потому что есть вероятность того, что картинка дальше не пойдет. Там я уже тестил, короче, такую тему. Сможешь зайти посмотреть, пожалуйста? Хочу на вас. А, на стрим, на мой канал сможешь зайти посмотреть? Прямой эфир идет? Да, идет. Все нормально, все это... Ну, в плане картинка идет, не стоит на месте. Да, все нормально. Все окей, спасибо. Так, я обещал показать код лобби. Я не знаю, видно его будет, нет? Поэтому там питончик, если ты здесь, то залетай. У тебя наверняка должно быть, ну... Короче, на паузу поставишь, если что. Так, секунд. Единственное то, что научить, ну как-нибудь сделать бы так, чтобы комментарии выводились ко мне сюда, чтобы я их видел. Так, чё, куда? Куда я пропал? Алло. Все появилось. Что-то пропало на мгновение. Так. Там все нормально. Все нормально. Че, погнали попробуем? Нихуя ты накидал. А как ты так быстро все сюда скидал? Так ты пока ходил. А это как так? Это отдельные предметы? Серьезно? А ты сможешь их взять? Нет, это твои предметы, рации, журнал там. Как они там оказались? Не знаю, так. Ладно, погнали, попробуем. Чё, по стандарту, по дефолту в первый дом? На профессионале? Погнали. Так, надо подумать, что взять. Сейчас через автодобавление что-нибудь возьмем. Так, распятие, есть одно, его не надо. Так, два успокоительных, одно, два возьмем. Блин, я не знаю, короче, чё бы взять такого. Короче, пробуем вот так. Короче, вот. А здесь написано, что уже загружено. Две штуки, все понял. Так, еще вот так вот. А что, я же поставил авто этот? Автодобавление. Так, ладно. Что бы еще взять? Это есть, этого хватает, вот это еще. Капец, на 515, что тогда фига? Что, готов? Да. 3, 2, 1, го. Что, все по стандарту? Панели. Я думаю, да. Проектор, камера. Сейчас, подожди, я проверю еще стрим. Да, все, вроде идет. Так. Так, окей. Так. Нет, вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, что еще? Что еще? ИМП? Или термометр? Или пофиг вообще? Давай термометр.
Так, надо на ту панельку нажать, чтобы выйти. Короче, генератор в подвале на этот раз, первый раз. Пиздец. Окей, let's go. Чё, сразу до подвала, может? Играли. Чтоб рассудок не терять. Блять. А почему здесь эта дверка приоткрыта уже была? Так, свет. Или что, здесь не будем включать? Короче, доски нету, здесь прятаться можно, если что. Вот здесь специальная закрывашка. А, пентаграмма, понятно, все. Короче, смотри, вот эта пентаграмма зажигаешь, и типа, короче, когда последняя пятая свеча будет зажжена, то здесь появится призрак. Он будет в круге стоять около 3 или 5 секунд. После этого начинается охота, и все, и всем пизда. Надо прятаться. Вот, каждая зажженная свеча минус 20 рассудка дает. Надо сфоткать, что я туплю-то. Сможешь посветить на круг? Не понял. На круг сможешь посветить? Или пофигу, так? Так, чё, погнали дальше? Так. Что-то упало. Слышал? Или это ты уронил? Нет, не слышал. Нет. О, кость. Кость нашел? Да, вот здесь лежит. Ой, вот так. Так вот, вот так вот. 10-10 градусов. 10 9 9. Что, прятаться можно? Прятаться. Не. Нет. 14. На, вот здесь вот в основном холле бы еще включить свет. Я постоянно забываю, где он здесь. Вот это, наверное. О, тут огоньки летают. Здесь? Ну-ка, подожди, давай еще раз, да, сейчас. Вот так, посмотри точно. Да, 0,3 градуса здесь. 3, 5, 6, 5. Вот огоньки летают, да. Вот здесь в коридоре, да? Вот здесь 0,1. А здесь 13. Только что пульт шевельнулся. Вот здесь 2,6, короче, где-то тут. Так. Прятаться здесь можно, но нецелесообразно, я думаю, будет. Чё, погнали за предметами? Вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Страшно. Страшно, ёбаный в рот врубай. Так, чё, по заданию. Датчик движения. О, я его, кстати, взял. Микрофон. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. Сейчас попробую микрофоном. Угу, кстати, да, хорошая тема. О, телевизор включился. Не знаю, сработает, нет? Пока сюда брошу. Напиши что-нибудь в блокнот. Ты здесь? Ты рядом? Рядом. Ты близко? Он стоит. Бля, пиздец. Так, пока. Блять, ран, 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 подвал.
Ты живой? Я съебываю отсюда. Фух. Короче, хз, в одного что-то неохота, поэтому погнали заново. Почему опять рассудок все так плохо? Как-то слишком быстро рассудок падает, меня прям вообще убивает. Раньше такого не было. Так, что ставить я хз вообще? Призрачный огонек только. Отсюда. Вообще что-то предположений нет. Ты здесь? Брось что-нибудь из следа. Но лазерного проектора нет, например. Допустим, если лазерного... О! А, все, вижу. Короче, если... Как думаешь, лазерный был или не был? Ты видел? Если не был, то на пол, если был, то на клавиатуру. Не был. Ну, или не был, или не знаешь, да? Допустим, не было. Радиоприемник, я так немножко поговорил, он ничего не ответил. Отвечает, кому неизвестно. Хантори, ревенант, записи, блокноте. Ну, что-то чекать идти неохота, минусовой не было. Абака. Что, поставим абака и все? И валим отсюда. МП5, отпечатки. Отпечатки призрачные. А ты МП-шку кидал там, да? Я что-то не видел даже. Так, что, все, поехали? Если поехали, то бросай на ту фигню. Угу, все. Лили. Кто там? Обака. Нифига, угадали четко. $172 дали даже. Хуя себе. А ты там не прочитал? У тебя было написано, типа, страховка? Сколько-то денег? За то, что я тебя сфоткал. Нет. Минус так. 50 было и все. Ты предметы добавлял, да? Или я? Я ничего не трогал. Значит, это, наверное, мои предметы, которые остались. Чего нам не хватало для этого еще? Распятие одного? Блин, такое здесь тупое вот это добавление, мне прям вообще раздражает. А через магазин добавлять можно? Ну-ка попробуем по штуке добавлять. Что сделаем? Ну, допустим, распятие попробуем добавить еще одно. Добавить. Добавилось? Да.
Че, все, погнали дальше. Во второй любимый дом. Погнали. Давай. 3, 2, 1, го. Нужно нажать got off. 3, 2, 1, го. А чё, фонарик один, да? А? Фонарик один. Так. Так. И чё, температура? Едем. Надо обстрелить. Наверху. Подвале. А, окей. Помнишь этот дом? Да. Сразу подвал. Я не помню, где тут. А, вот. Ага. Что, посмотрим здесь. Ага. Здесь чисто косточка. Ага, вижу. -10 градусов. 9. 6. В коридоре. Короче, еще в гараже может быть этот. Или в гараже, или в подвале вроде зеркало должно быть такое. 6. 11. Предмет где-то упал? А? Где-то предмет упал или мне показалось? Я не слышал. О, минус. Минус, минус. Рука, рука. Вот, да, короче, ей надо как-то, короче, желание загадывать. Но это лучше, наверное, погуглить. Какие желания можно загадывать. Так, здесь минус. Че, погоним за предметами? А, у тебя уже все. Где? Ага, вижу. Сейчас посмотрим отпечатки. Были взаимодействия. Понятно. Так, что, погнали за предметами тогда? Так вот сделаем. И вот так вот к лазерному. Ран, ран, ран. На каждой карте сколько этих яиц пасхальных? 150 чем-то штук. Жесть. Так, что отпечатки посмотрим. Блокнот поставим, радиоприемник. ИМП-шку взял. Так, что еще возьмем? Можно соль взять. Рассыпать, пофоткать тоже. Че, рассудок? Че, может, по таблеткам схаваем, чтобы не рисковать? Потом мы сейчас опять зайдем, опять атака начнется. На, свет включить сейчас в коридоре, чтобы этот не прое, короче. Так, сразу вот так вот сейчас сделаем. Так вот, вот так вот.
Ты здесь? Угу. Ты рядом? Рядом. Дай нам знак. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ты близко? Близко. Ты здесь? Угу. Это ты шагнул или нет? А, все, вижу. Следов нету? Нету. Нету, походу. Вот, след. Это да, это... Короче, еще должны зеленые следы оставаться, такого же цвета, как и этот. Отпечатки, короче, на этих, на стенах. Ой, на этих. На дверях. Ты тоже слышишь, как шагает? А, вот-вот-вот, видишь следы? Посвети, пожалуйста. На следы. А я этот... ультрафиолетовым. Не пропали еще? Пропали. Бля. О. Дверь. Все. Путь и кончился. Ты здесь? Дай нам знак. Ты рядом? Рядом. Ты близко? Близко. Ты молодой? Молодой. Ты старый? Старый. Ты здесь? Два. Походу приемника не будет. Блять. Ты видеокамеру не ставил? Вот она. Напиши что-нибудь в блокнот. Ты здесь? Здесь. Ты близко? Близко. Че, погнали, может, в фургон? Чтоб не рисковать пока. А то нам еще квесты делать. Так. Короче, следы были, значит, это точно не мираж. Че там, минусовая температура? У нас следы и минусовая температура. Короче, а типа следы, кстати, за отпечатки не этот, не считаются. Так, минусовая температура. Мираж сразу отпадает. А призрачного огонька не было? Нет. Так, по рассудку. Более-менее нормально. Более-менее нормально. Огарё, может быть? Огарё, может быть. Кому отвечает, неизвестно. Анрё, может быть. Огарё при минусовой не может быть. Так. Так, я возьму свечку для квеста. И, кстати, рассудок можешь держать. Надо посмотреть еще, где прятаться. Я еще одну камеру возьму. И... Что бы еще такого взять-то? Датчик движения надо попасть? Датчик движения надо. Что там вообще? А, раз 5 это уже разложил, да? Я один, да, взял. Ага, все, понял. Так, ну датчик на всякий случай возьмем, наверное. Поставим. И надо будет сейчас посмотреть, где прятаться. В подвале, в принципе, можно, но через подвал... Боюсь, не получится пробежать, потому что он, допустим, заспавнится в середине комнаты. Как ты через подвал пойдешь? Здесь прятаться точно нельзя. Где? Так. Камеру еще одну вот сюда вот так поставим. Вот так вот. Так. И сейчас я в гараже чекну быстро. Прятаться можно, нет? Вот здесь можно. Ага, вот, да, вот, отличное место. Короче, если что, в гараж. Так. Так, окей. Все пока понятно. Лазерного проектора так и не было все еще. Напиши что-нибудь в блокнот. Ты здесь? Ты рядом? Поговори со мной. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Кто тебя убил? Кто тебя убил? Зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Нам уйти? Уйти. Это твоя комната? Это твоя комната. Дай нам знак. Дай нам знак. Покажи себя. Покажи себя. Ты можешь открыть дверь? Можешь открыть дверь. Ты можешь закрыть дверь? Можешь закрыть дверь. Что-то вообще не алё. Ну, может, тут надо разделиться, чтобы он этот
Потому что иногда бывают какие-то призраки отвечают типа одному человеку, какие-то призраки отвечают только толпе, какие-то призраки отвечают только, ну, кому угодно вообще в любое время. Ну, давай я отойду. Давай, ну. Тихо, что открылось? Беги. Ран. А, призраки, это этот, ивент был. Так. Блин, мне опасно так-то разговаривать. У меня рассудок поменьше. Или подождешь, я за таблетками сгоняю и попробую поговорить. Погнали. Погнали, ну. А то у меня с рассудком вообще беда 100%. Я сейчас, наверное, как сделаю? Я тоже, наверное, свечку подожгу. В одной, короче, буду свечку держать. Чего у меня там? О. В одной свечку сейчас подержу. Так, зажигалку оставить. Я, короче, благовоние на всякий случай возьму, чтобы ты потом... У тебя зажигалка с собой же? Да. Так, и все, и поговорю. Ну, можно крест еще бросить на всякий случай. А ты первый крест бросил поближе или подальше? Да, я не помню, сейчас увидим. Смотри, он даже свет не выключает, подозрительно. Одна лампочка лопнула где-то, как я слышал, и все. А вот вижу первый крест. А сейчас второй вот сюда вот бросим. Блять, далеко. Поближе вот сюда, там что-то 3 метра действия. Так. Так, что, попробую поговорить? Можешь в гараж уйти или куда-нибудь, где можно спрятаться. Я дверь не трогал, там сама открылась. Ага. Ты здесь? Ты рядом? Рядом. Поговори со мной. Как тебя зовут? Ты близко? Ты рядом? Ты здесь? Ты молодой? Ты старый? Напиши что-нибудь в блокнот. Напиши в блокнот. Я знаю, что ты здесь. Напиши в блокнот. Поговори со мной. Ты здесь? Свеча потухла. Ага, вижу. Так, благовоние, смотри, положу. Вот сюда на отходе, вот сюда на стол, если что. Если у тебя места будет, в инвентаре хватай. Так. Так, что делаем еще? Что-то непонятно, да? Этого нету. Может, блокнот переложить? Так, давай, знаешь, вот так вот сделаем. Где она чаще всего? Вот это использует? Напиши в блокнот. Напиши что-нибудь в блокнот. Дай нам знак. Ты здесь? Ты рядом? Ты близко? Ну, походу, придется байтить, потому что я уже у меня варианты все отпадают. Только минусовая. Вроде не а, отпечатки не смотрели еще. Может, еще отпечатки будут? А куда мы фонарик бросили? Вот, что-то открылось. Справа вот здесь, походу. Вот опять. Или вот это. И вот здесь надо посмотреть на этой двери. У тебя неоновый фонарик далеко? Хуй знает, он вроде в машине. Да? Тогда вот так проверим. Шаги. Взаимодействие. Ничего не произошло. Так. Тогда надо за неоновым фонариком, наверное, сходить. Можно лапкой попробовать. Можно лапкой. Ты сможешь быстро погуглить, свернуть игру? Можем до фургона дойти. Сейчас мы ее сразу возьмем. Погнали. Блять, я здесь выброшу лучше. Короче... Так, неоновый фонарик есть. Сюда.
Короче, там надо как-то использовать, зажимать или что, я не помню. Два квеста сделали. Остановить с помощью распятия еще. Это, короче, очень похоже на тень, на самом деле. Но у тени... По-моему, не минусовая температура. Но огоньков точно нет. А нет, у тени нет, минусовая. Потому что не атакуют практически. МП5. Записи в блокноте минусовая. Можно температура. Сказать, я хочу увидеть призрака, хочу активность. Хочу поймать призрака в ловушку. Блин, хочу, короче... рассудок. Может, я попробую, хочу вернуть рассудок? Там, короче, этот... Можно сделать активность и посмотреть МП. Если МП5 будет, то там все ясно, да? Так. Чекнул. Не, позвонить просто должны сейчас. Короче, давай тогда методом исключения. Лазерного проектора точно не было. Сколько можно стоять, смотреть? С приемником вообще нифига не катит. Ну все на тень похоже. Призрачного огонька нет, радиоприемника нет. Записи в блокноте, отпечатки непонятно. Короче, надо и МП5 попробовать поймать. Отпечатки или записи в блокноте. Так. Чего? А где рука? А, вон здесь выбросил. Вот. Там сколько пальцев загнуто, столько желаний. Ну, да, да. Вот одно, один почему-то уже загнутый. О. Ага. Четко. А у нас в подвале, да? Он там вообще-то спрятаться можно в подвале. Можем фастом пробежать сразу в подвал. Генератор включить и спрятаться. Как вариант. Как идея. А что это получается, сейчас ивент идет или что? А, ну, он может просто или генератор выключить, или свет. Пошли. В подвал? Да. Давай, гу. Короче, мне кажется, это точно не демон из вариантов. Да походу тень просто, вот и все. У тени записи в блокноте, но забайтить сложно, и МП5. А МПшка здесь далеко? Включенная вроде, да? Бля, мне в темноте вообще нельзя стоять. А, ну я же со свечкой. Ты здесь? Ты рядом? Покажи себя. Дай нам знак. Дай нам знак. Можно загадать желание, что... чтоб увидеть или активность? Да. Ну давай активность. Давай. Сейчас. Так, что, загадываю? Угу. Прояви активность. Ничего не происходит. Хочу активность. Атака. Может, он переехал? Вдохнул. Вот и активность.
Походу он переехал. Видишь, даже минусовой температуры больше не отображается здесь. Может, он в подвале теперь? Пойдем до подвала. Я с благовонием, если что, так что можно не париться. Ты включишь его, да? Вот у меня руки заняты. Пиздец. А он сгорел. Блять. Тогда лучше пойдем до гаража, а то мы из него убежим. Идет. Откуда он шел? Где-то из гаража? Не знаю, звуки, да, наверху где-то были. Минусовой нигде не чувствуется вообще. Да, короче, понятно, это тень 100%, потому что вообще не активничает. Это прям про нее. Вариантов больше нет, я считаю. Вот здесь она живет. Нет, значит, вот здесь. Вот здесь дышится. Дышится, да? Все, отлично. Так. Приоткрой, пожалуйста, побольше дверь, у меня руки заняты. Спасибо. Все, я забегаю, быстро чекаю МП и бежим в гараж. Да, в гараж. Нихуя. Блядство. Ну или что, смотри, можем ехать, я считаю, что это тень 100%. Можно еще крест завязать, что-то сказать ей, что-то. А, да, точно. Надо туда его бросить. А, и надо. У тебя есть благовоние, да? Ждешь? Да, я если что, этот. Кидай тогда этот, а я кину вот этот. Давай я в дальний угол кину, а ты в этот. Здесь поближе. А вот, кстати, еще свеча есть. А, нет, это соль. Вот свеча есть. Вот свеча. Вот так вот сейчас ее сделаем. Минус. Так, можно пробовать побайтить ее и посмотреть еще. Так, сейчас вот я могу загадать желание. Чтобы увидеть призрака крест, или. Крест сгорел. Блять. Все, бежим. На благовоние. А там квеста нет уже на благовоние. А, ну, все, никак. Все тогда побежали. Все, погнали. Ёбаная тень. Фу.
Блин, сколько было моментов, короче, когда вот так вот. Все, погнали, погнали. Только собираешься выходить, дверь прям перед тобой. Бам. Все. Попал, короче. Он датчик сработал. Я думаю, без рассудка ходили, и он не вылазил. Да, это вот это про тень. Это вот про тень. Ну какие еще варианты есть? Записи в блокноте мы так не получили, это не факт. МП5 не нашли, про активности нет, отпечаток тоже. Демон атакует вообще вся в самом начале. Во-первых, он от 70% атакует, если рассудок упал. Во-вторых, у него есть мизерный шанс, то, что он... Ты только в дом зашел, сразу атака идет. Джин, короче, за счет электричества перемещается вроде быстрее. И этот... Сейчас посмотрю. Джин. Будет перемещаться быстрее, если жертва находится далеко. В отсутствие электричества джин не может использовать свои умения. А может джин? Хотя атаку это ему не должно мешать делать. А чё у джина, какие улики? Отпечатки еще. МП5. Отпечатки. Так, короче, тень, нахуй. Все. Ну, короче, тень. Все, да. Я говорю, это самый душный вообще призрак. Я вот когда первую вообще свою катку катал. Так, все, поехали. Первую свою катку, короче, катал. Мне вот именно вот этот душный призрак попался. Я вообще с ним запарился. А на стриме меня вообще голос слышно было или нет? А, ну вроде да. Да, я же слышал. Тень. Еее, бой. Сколько тебе экспы дали? 242, да? Так, ну вот такими темпами можно скоро и на ужасе будет играть. Так, пойдем тогда вот в этот второй дом. Попробуем. Все предметы остались. Что-нибудь может доложить для второго дома? Для двухэтажного? Ну, я... Да, можно. А что еще доложить такого? Главное не сдохнуть. Ну да. Успокоительное еще одно по-любому надо. Два благовония, но это хз. Ну, можно два благовония еще. Блять, когда мне позвонят уже? Так, сейчас подожди, я приду. Угу.
курса. Чего? Let's go. А, отсюда не работает. Окей, let's go. Че, все, все предметы хватает, все нормально. Так, по стандарту. Блин, фонарики так и не взяли. Идем? Так, потушить свечу, благовоние и распятие. Генератор в гараже. Погнали сразу. Гараж. Шаш. Вот в этом доме я играл. То, что у меня тень была. Да блин. Да что ты будешь делать? Не наблюдаю. Окей. Да ё-моё. Как же мешает этот пояс, а? Кто бы знал. Чё нету, короче. Да блин. Чё, подвал пойдем проверять? Да. Сразу, чтобы не возвращаться потом туда. Свет на здесь. Вон он здесь. Отлично. Доски нет, пентаграммы нет, зеркала нет. Что такое-то? Понимать. А температуру что-то там не посмотрел даже. Что-то везде, где прошли температуру, этот нормальная. Че, на второй этаж идем? Дверь открыта здесь. Мы уже рассудок, наверное, уже посадили. Кость нашел. Блин, мне надо отойти. Да возьми ты эту кость. Все. Я не знаю, сдохну или нет. Если что, прикрой. Сейчас скоро вернусь.
I've got some jobs ready for you. А чё мы уехали? А. Сдохли оба. Оба? Да. Нихера себе, я вообще, наверное, потерял. А чё он автоматом всё добавляется уже? Чё, это есть это? Автодобавление, типа? Есть автодобавление. А оно мне зачем? Оно мне зачем вообще? Так. Придётся закупаться. Так, что сделаем? Что-то датчики движения, по-моему, дофига стоят вообще. Ой, а я что, добавил сразу фотокамеру? А, вот как их можно добавлять. Два раза кликаешь просто на предмет, он сразу добавляется. А чё сразу не сказали? Сейчас я закуплюсь по-быстрому. Два косаря закупился. Так. Как теперь все это сбросить, а вот очистить? А, нет, фотокамера не добавляется. Так. Так, берем с самого начала. Второй проектор по-любому. Видеокамеры не купил. Че, одной видеокамеры хватит или взять? Давай куплю, короче. Четыре камеры. Хватит пока. Так, теперь добавляем. Ну, две камеры точно хватит. Два лазерных проектора, два МП. Ну, можно два МП попробовать. Эти фонарики нам не нужны. Блокноты один хватит. Этот у нас один есть, хватит. Две фотокамеры. Две свечи, два распятия. Две зажигалки. Два датчика движения. Два мощных фонарика, один термометр, два благовония, раз, два, три, четыре вот этих, две соли, один направленный микрофон для квеста и добавить. Чего-то хватит? Да. Скажи, мне похуй. Поехали. Че, погнали, где Валера заставляет ездить по подвалам? Я тоже так умею. Чисто на картах. Че, поехали? Поехали. 3, 2, 1, го. Да, по стандарту. Да. Благовоние, распятие и свеча опять. Марик. Так, чё, термометр? Всё, го.
Короче, по квестам. А, ну понятно. А, генератор посмотрел где? Нет. Сейчас посмотрю по-быстрому. Подвал. Подвал? Да, да. Погнали сразу в подвал. Так, чекаем насчет предметов и улик. 4 градуса здесь всего. Может, это нормально? Где-то местами прям 4 вообще. Или стены? Или это вообще не влияет? Погнали наверх. Погнали. Огоньков нету, да? Нету. Огоньки лучше, кстати, смотреть именно с выключенным светом, потому что со светом, ну, типа, их может засвечивать прям жестко. Это был я. Да. Я покупался. 11 градусов. Прятаться можно? Ничего нет. Да. Четко. Надо кирку, лопату, стальную крафтицу поставить на верстак. Точно. Так, что уебать лопату? Да-да-да. Температура здесь такая же, короче. 16, 14, 15. Здесь тоже, короче, не здесь тоже, короче. Погнали на второй этаж. Бля, страшно что-то, аж мне стало уже. Прятаться можно. Прятаться можно. Нигде огоньков нет, короче. Угу. Температура тоже везде нормальная. Если только в гараже было, но там только-только нагревалось. Поэтому это нормально было. Здесь прятаться нельзя. Да ё-моё, выбросил. Нихера себе, Костя. Нихера себе, Костя. Семнадцать. Ничего нет. Да. Ну, походу, все вообще уже прочекали. Пойдем в подвал. Все, обратно. Это сворачиваемся. Да, все, уезжаем. А что, генератор выключил? А, нет, вон вижу свет.
Минус, минус, минус 8, минус 7, минус 10, вот здесь. Так. Чё, погнали тогда за вещами? Да, сейчас выложу камеру. Где, 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 где? Вон он, идёт. Ран. Краш. Съели? А чё ты чаще шифтуй? Да, рассудка, конечно, нормально. Короче, я ставлю демона и нажимаю уезжать. Погнали заново в этом же доме. 3, 2, 1, го. Алоха. Неправильно. Попробуйте еще раз. Да. Приятного мне аппетита. Что? Приятного мне аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Так, сейчас подобавляю быстро. Можно вообще поспидранить по-нормальному. Вдвоем взять по термометру. Но опять это разделяться придется. Ну блин. Нахер надо, да? Да, пока страшно. Угу. Вроде все взял. Детектор EMP я бы еще один взял. В целом вроде все. Че, погнали? Let's go. 3, 2, 1, go. Генератор в гору уже. Найс. В этот раз полегче, я думаю, будет. На нахуй. Сфоткать призрака надо детектором ЭМП. За и
стать свидетелем паранормального явления. Туда возьму МП. Так, короче. Я начинаю вспоминать эту игру, а мы начинаем спидранить. Так, все по стандарту берем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Блин, иногда кажется то, что термометр такая бесполезная фигня вообще. Ну типа если минус, ты сразу увидишь то, что минус. Мне кажется, по ЕМП даже легче определять, где призрак, чем по термометру. Пока этот дом прогреется, пока чё. Погнали в гараж сразу. Где он? А, вот он. Включишь. Что закрыто? 87, что закрыто? Что? Эти ящики. Эти ящики. Да, заставлены. 11, 13, 12. Центральная комната. Ничего. Так, подожди. Ага. О, 7, 8. Возможно, где-то здесь близко. 8, 9, самая низкая пока. 8. 11. Опа, видел? Видел? Вот здесь. Самая низкая температура, и он бросил этот. Сколько? 3. Да, дверка пока. О, 3. А брось. Спасибо. Так. Что, погнали за предметами, расставляем. Сейчас, секунду. Let's go. Go. Ты когда, короче, убегаешь, ты шифтуй прям вообще не останавливаясь. Там иногда, короче, 20% шифта восстанавливается, ты можешь еще раз шифтануть. Если у тебя по нажатию сделано, то сделай лучше по зажатию. Так лучше контролировать. Там в настройках есть типа ну, бег по зажатию. Или у тебя по зажатию сделано? По зажатию. Все, окей. Так, еще одну МПшечку взять, что ли, или что? Так, сфотографировать, стать свидетелем. Давай вот так вот сделаем. Крест положим сразу, так, чтобы нам не охереть. Че, идем? Так, минусовой температуры не было, просто низкая температура, если что. Огоньки посмотрел, не было? Нет. Так. О, детектор. Какой? Как а, пробежал, да? Понял. Да. Что бросил? Видел? Нет. Поговори со мной. Поговори со мной. Ты здесь? Угу. Ты рядом? Ты рядом. Ты близко? Ты близко. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Кого ты убил? Кого ты убил? Дай нам знак. Дай нам знак. Ты здесь? Ты здесь. Ты рядом? Ты рядом. Что-то не работает радио. Ну-ка. Ты здесь? Ты здесь? Ты близко? Ты близко? Ты рядом? Ты рядом. Это твоя комната? Это твоя комната. Нам уйти? Нам уйти. Ты здесь? Ты здесь? Ты рядом? Ты рядом. Попробуй ты у меня что-то микрофон подправить немного. Это ты кинул? Нет. Сколько МП? А, сфоткал, да? Троечка.
Три. Так, погнали еще за предметами. Может, надо соли насыпать, свечек поставить желательно. Напиши что-нибудь в блокнот. Ты здесь? Ты рядом? Поговори со мной. Это твоя комната? Ты близко? Еще что-то пошевели. Так, а прячемся? Говорит, нет. Прячемся, если что, где? Не знаю, в гараже, наверное. Сколько, сколько МП? Троечка опять. Три. А в гараже там же есть, да? Закрыться. Напугал. Погнали еще за предметом успокоительного схаваем. Все. Генератор походу офнул. А генератор здесь, давай сразу включим. Да, включен. Свет вырубил. Что-то везде, где прошлась, везде свет выключился. Это что-то значит? Ну, там есть какой-то, ну, короче, есть этот призрак, который за счет электроприборов, типа, способности использует и либо быстро бегает, есть какой-то с помощью электричества что-то тоже делает там. Короче, таблетки по-любому хавать. Давай по две штуки сразу. Так, я возьму соль, одну штуку. Видеокамеру стоит, не стоит брать? Свечку по-любому вообще. Зажигалку с собой. Благовония там положим. Так, призрака не сфоткали. Че, погнали? А, свеча потухла. Так, сейчас вот так вот сделаю. Дождь идет. Свеча потухла. Блять. Чё так быстро? Это же не ты шагал. Это же не ты шагал. Нет. А вот это ты шагал, походу. Ну-ка, пошагай. Шагай. Да, да ты. Три. Один кадр. Где крест? О, отпечатки были. Давай сфоткаю. А он пропал уже только что был и сразу пропал. Ну все-таки кажется, на втором этаже бегает. Может быть. Тут есть такой призрак, называется близнецы.
Он типа в двух местах может быть одновременно, так скажем. У нас отпечатки и что еще? Проектор. Фантом, Банши и Верё. Свеча потухла. Пробежал по проекту. Угу. Блять. Это все еще его комната, надеюсь. Все еще его комната. Блять. 1 и 2. Да, где-то здесь. Так, а раз пять одно. Побежали. Свечу возьму. Фу. Опять покосил. Вот вижу, везде, где прошлась, везде свет. Минус. Блокнота сколько раз уже не было. Вон сидит. Сфоткал? Поближе, поближе, не бойся. А, вот, отпечатки сфоткай. Осталось у тебя снимок один? Видно? Нет. Ну, пофигу, подойди, просто дверь сфоткай, она запечатлится все равно. Нет, у меня нету. А, понял. И тут тоже. Бля. Да, там тоже этот я кончил. Так, у нас отпечатки проектор. Так, отпечатки проектора. Отпечатки. Может, до фургона дойдем? Камеру ты поставил же здесь где-то? Да. Опять проектор. Ну, шанс дает. Ага. Бежим. Блять! Съели. А почему тебя? Да, блять, я застрял. Попробую выйти. Бля, чё я затупил благовоние использовать? Ебаная дверь закрылась. Если бы дверь не закрылась, все было бы вообще четенько. Я думаю, мы бы убежали и все бы было бы нормально. Так. Призрак запечатлили. Взаимодействие. Шаги МПшка второй раз не прошла. Первый раз тоже не прошла. Взаимодействие. Так. Лазерный проектор. Отпечатки рук. Банши, фантом. Горю. Горю. МП5 точно не было. На фантома не похоже, и МП5 не было.
Чего фантома? Подожди. Фантом. Вот он. Радиоприемника тоже не было. Короче, это Банши. Во-первых, потому что она преследовала только тебя. У Банши есть, короче, такая особенность, что она преследует только типа свою жертву, насколько я знаю. Можно почитать. Где она? Ослаблять жертвы перед атакой. Направленный микрофон может засечь крик Банши. Можно попробовать. Рискнуть. Да нахер надо. Короче, ставь Банши, я думаю, что это Банши по-любому. На Горю не похоже совсем. У нее там радиоприемник или что там у него. На Фантома не похоже, не так часто предметы бросает. Хотя на Фантома чем-то похоже. Вот у Фантома вроде радиоприемник. Да похеру, короче, Банши, я думаю. Что еще делать? Ты здесь? Да, все окей. Что, едем дальше? А? Или это не Банш? О, призрачный огонек. А вот сейчас я его увидел. Банш, 100%. Видишь, да, его видишь? Лазерный огонек. О, этот. Призрачный огонек. Прям перед камерой вообще жестко летает. Ага. Все, короче, ставь Банш, тогда поехали, квест сделали. Жалко то, что ты умер только. Из-за того, что дверь закрылась. Она, видишь, говорю, она так-то меня бы убила, потому что ты-то еще успел убегать, ты отодвинул дверь, вроде вышел. А меня-то дверью прижала, короче, я вообще этот. Она меня точно поймала. Короче, поехали. Ну, нормальная катка, если бы не умер, только было бы четко. $27. 27 всего? Печально. Да. Я думаю, может, фотиков побольше ложить, а то, я, смотри, нам фоток уже не хватает. А, или хотя нет, там все равно больше 10 фотографий не влазит, насколько я знаю. Или оно все равно будет засчитываться. Хз. Так, короче, давай теперь на твой выбор, в какой дом пойдем. Нажимай там кнопочку. Так. Есть еще, короче, смотри, уличные карты вот внизу справа. Но они очень сложные, лучше, наверное, потом попробовать их. И еще есть вот смотри, внизу Blaisdale Farmhouse. Он страшный, но он трехэтажный и очень большой. Там душновато будет сложно играть. Но если хочешь немного побольше попугаться, можно вот в этот фармхаус сходить. Давай. Давай. Так, предметы я добавил. В принципе, что еще можно? Да все, наверное, что. Или микрофоны поставить. Не, нафиг надо. Че, готов? Да, погнали. 3, 2, 1, го. Тушный дом. Распятие, средний рассудок 25, доказательство присутствия признака МП. А чё вообще по вот этим квестам на них не обращал внимания, когда? Наберите опыт 7500, получите 3 звезды за фото призрака в соревновательном режиме в Willow Street. Чё за соревновательный режим? Первый раз в таком слышим. Давай, короче, без температуры попробуем. Или чё, без температуры? Нет, давай с температурой, короче. Поехали. Чё по генератору? Подвала нет.
А где генератор? А попробуй наверх еще раз. У меня чуть не листается. Тут вроде три этажа. А, вот он на третьем этаже. Ну, третий этаж получается. Поехали. Вот здесь я вообще почти не играл. Че, сразу сюда? Наверх? А нет, припоминается вроде. Блин, к очкам, короче, пробовал подсоединить этот... наушники. Которые просто втыкаются штырьком. Что-то не работает, нифига не знаю почему. У меня наушники сами по себе какие-то неправильные или что там. Их бывает даже в телефон втыкаешь, они тоже не отображаются. Что за наушники? А да, просто большие, что-то там, не знаю, за рубас там, или за 500 рублей я покупал. За 500 гривен? Да, штаны. Че, спускаемся вниз? Тут ничего нету. Вот так можно спрыгнуть? Нет, нельзя. Так, температуру смотрим. 6,9. Слышишь? Вода. Побежали. Минус 0,4. Огонек есть? Нет. Так, это сразу вход во второй этаж. Так сделаем. Так сделаем. Че, погнали за предметами? Минусовая температура точно есть. Да ё-моё. Да что с тобой? Вот. Чё я ещё обычно брал? Проектор ты поставил, МПшку возьмем. О, что-то бросил, да? Видел? Да. Так, запечатлилась мутная вода. Она кинула в меня предмет. Чего? Я сфоткал мутную воду, он запечатлил типа предмет. Че, идем? Можешь кресты взять, так, если есть место. Че взял? Я взял, как обычно, приемник, блокнот, ультрафиолетовый фонарик, МП. Можешь крест взять, да, на всякий случай, чтобы бросить там сразу. А чё рассудок? Чё рассудок? Нормально вроде пока, но погнали. Ну, может, атаку-то мы еще сейчас испытаем. Если чё, куда убегать будем? На первый этаж, скорее всего, да? Потому что там выбегаешь, сразу лестница будет. Давай здесь чекнем быстро. Куда здесь попрятаться можно? Блин, я без фонаря? А, у меня вот такой вот есть. Откроешь дверку вот эту? Спасибо. Здесь что? Ну вот сюда вот. А, нет. Блять, где прятаться-то? О, возле камина вот здесь. А, ну да, если что, вот здесь возле камина, он просто запарится сюда бежать, и вот еще шкафы есть. Шкафы чекнешь? Блять. Ну вот, если что, вот сюда, за камин, короче. Садись. Он может просто зайти и сразу назад выйти. Что там, закрыта дверь? А, блядь. Просто если бы она была закрыта, значит, вот так идет.
Сейчас бы таблетос себе закинуть. А ты там свет тоже включил? Печатков пока нет. На окнах тоже нет. Возле мусорки брошу. Крест можешь где-то возле входа бросить. Ты рядом? Рядом. Ты здесь? Здесь. Дай нам знак. Дай нам знак. Напиши что-нибудь в блокнот. Напиши что-нибудь в блокнот. Напиши в блокнот. Напиши в блокнот. Ты близко? Близко. Ты здесь? Здесь. Нам уйти? Уйти. Это твоя комната? Это комната. Ответь что-нибудь. Как тебя зовут? Зачем ты здесь? Как тебя зовут? Выходи быстро, блядь. Чё-то на радиоприемнике сегодня вообще не везет. Прям не идет и все. Побежали. Куда бежать? Не вижу. Вот сюда. Погнали таблетки с халы. Выход есть. Да, кстати, погнали по этому выходу. Чтобы все там в куб не обходить. Фу. Откуда она вышла? Ты видел? Не видел ее? Я вообще его не видел. Я тоже что-то не видел. Но я оборачивался, смотрел, я по-моему, но этот. Ты просто вообще в самом углу стоял. Себе. Че, по штуке съедим, да? Эти пока оставим. Вот так вот сейчас сделаем. Ну-ка, дождик помешает? Нет, не сильно капает. Че, выполнили? Рассудок. Доказательство помощи. Погнали? Погнали. Или понаблюдаешь? Или понаблюдаешь. Спасибо. Слышал? Радиоприемник был. Радиоприемник был. Был? Да, только что он дыхнул, сказал что-то. Морой мимик близнецы Андрея. Он прям. Ауч. Ну, может, на стриме послушать. Давай еще раз. Ответь что-нибудь. Ты здесь? Слышал? Слышал. Крест. Крест. Сколько МП? Где? Где? МП 5. Все, МП-5. Все три улики. Все. Так, что делаем, что делаем? Что, пойдем в фургон? Кто это? Близнецы. Близнецы очень плохо. Он может... Погнали. Пока, Слав. Надо сейчас обдумать просто, как этот. Там долго будем стоять, получим люлей. Фу. Так, так, так. По снимкам фигово мало.
А все, мы все квесты сделали, нихера себе. Нихера себе. Все, значит, можно ехать. Фоток то, что мало сделали, но пофигу, да? Ну, погнали. Погнали. Так, ты поставил, да, близнецы? Yes. Окей. Где второй? Они могут быть. Еее, 155 баксов. Да. Можно было бы больше. Так, чё, ладно, я выбираю карту. Погнали в первом доме, попробуем заспидранить прям по-жёсткому. На кошмаре? Ну, на кошмаре, если хочешь, можем попробовать. Короче, особенность кошмара, там, по-моему, две улики, давай почитаем. Призрак будет прятать от вас один из видов доказательств, то есть две улики всего. А третью улику мы должны будем определять по поведению, короче. В призраках в списке ты можешь поведение их, короче, этот определять, ну, этот, почитать. И мы должны будем как-то ухитряться, делать таким образом, провоцировать на какие-то вещи, чтобы определить, типа, этот, кто он. Комната призрака иногда будет меняться, ну, это бывает. Нет безопасного времени, это понятно. В начале охоты вам не дается времени, чтобы это понятно. Фаза охоты длится долго, вот дольше охота длится. Убийство увеличивает длительность фазы охоты. Это понятно. Успокоительно устанавливает мало рассудка. Электричество в доме выключено по умолчанию. Ну, так оно всегда выключено, даже на профессионале. Почти нет мест, где можно спрятаться. Че, пробуем на кошмаре? Бля, как не прятаться. Ну давай на профессионале еще разочек за спидранем, если все прям максимально четко быстро получится, то на кошмаре сыграем, да? Как идея? Ну, давай. Так, добавляем все, что есть. Так, профессионал поставили, карта есть, вещи добавил. Готов. Холи. Один. Го. Alright, we're here. Let's go. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. Направленный микрофон. Так, направленный микрофон квест. Так, по стандарту. Я готов. Генератор, генератор. Подвали. Да. Подвали генератор. Генератор есть. 13 градусов здесь. 10. Точно не здесь доски нету. Возможно, лапка или опять музыкальная шкатулка. Или кукла Вуду. 12. Это кость? Нет. Здесь шкафчик надо проверить. Блин, мне так плохо даются эти шкафчики почему-то. А, сможешь взглянуть? Нет, ничего. 11 градусов. 10. Так, точно не здесь. Три с половиной. 3,8. 1,2.
Короче, где-то здесь. Блять, падла. Чуть не упал. Так, что, погнали за предметами? Все расставим и... Че, у него активность жесткая. Так, давай по стандарту. Вот так. Так, и вот так. Че, про сутку плохо или нормально? Напиши что-нибудь в блокнот. Ты здесь? Ты рядом? Напиши в блокнот. Как тебя зовут? Ты близко? Ты рядом? Ты здесь? Нам уйти? Зачем ты здесь? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ты старый? Ты молодой? Ответь что-нибудь. Поговори со мной. Дай нам знак. Дай нам знак. Прояви себя. Где ты? Ты рядом? Ладно, пусть пока просто лежит. Можем сходить кость поискать, в принципе. И предмет проклятый, пока что. Ну, вообще-то, бля, пойдем, короче, за вещами, за свечкой сходим, чтобы не облажаться. Фу, надо просто еще укрытие поискать. Че, таблетки схаваем по штучке? Че, распятие надо положить, наверное, да, одно? Я взял. Окей. Так, ну давай еще один проектор там поставлю. Соль надо бы еще насыпать, но потом. Блять, погасли свечи. А я зажигалку не взял. Сейчас возьму. Свет выключился или нет? Погнали, поищем. О, зеркало, зеркало. Водкой, водкой. Успел? Моя башка там не задела? Да. Сфоткай зеркало еще, пожалуйста. Говорит. Блокнот, радиоприемник, погнали отсюда, пизду. Радиоприемник. Записи в блокноте. А что, еще улика была какая-нибудь? Хуй знает. ИМП пищала. Сколько пищала? Непонятно. Так, там свет выключился, короче. Зеркало, короче, смотри, когда ты его используешь внутри квартиры, внутри комнаты, ты его вот так вот на себя типа поднимаешь, и оно показывает, типа вот так вот, очень скругленной камерой, вот так по чуть-чуть, комнату призрака, типа. С помощью зеркала ты можешь определить, где комната призрака находится. Типа ты его нашел, посмотрел, но если ты, короче, каждая секунда отбавляет у тебя, по-моему, 10% от рассудка. Вот, если у тебя будет рассудок 0 во время того, когда ты используешь зеркало, оно треснет и начинается проклятая охота. Проклятая охота в два раза дольше и... Ну, ты понял. Давай по камере посмотрим, посидим. Ну, огонька вроде нету, да? Не вижу. Надо вот так на этот посмотреть.
на лазерный проектор. Тут, короче, есть отрицающие друг друга эти улики. Мара. Короче, если лазерный проектор будет, то это диаген. Но лазерного проектора, мне кажется, не будет. Отпечатки рук смотреть, но почти никуда не прикасается. Минусовой температуры точно не было, да? Сколько мы там уже стоим? Отпечатков рук? Непонятно, МП5 непонятно, огонька нету вроде. Не, нету огонька. Ладно, вычеркнем пока. Дух полтергейст диаген. Полтергейст разбрасывал бы предметы везде. А там на столике много предметов? Не знаю. Дух. Короче, духа знаешь, как можно определить? Дым от благовония обезоруживает духа на некоторое время. По-моему, если благовоние рядом с ним зажечь, то он на 3 минуты исчезает, и все, и вообще не будет атаковать. А диаген, кто это такой вообще новый? Какой-то. Ради записи лазерный проектор должен быть. Тратит много энергии на материализацию в нашем мире и будет передвигаться медленно, когда жертва поблизости. Вы можете сбежать от него, но спрятаться вам не удастся. Лазерного проектора нету. Короче, это дух. Я считаю, что это дух. Полтергейст разбрасывал бы предметы. По диагену лазерный проектор его не было. А чё ещё полтергейст? Какая-то? Отпечатки рук должно быть. Ну пойдем сейчас на чекнуть отпечатки рук, побайтить. Так, у меня благовоние с собой. Сейчас я рассыплю соли, кстати, а ты можешь пофоткать. А у тебя крест вылезет еще? А, или ты взял эту? Ну ладно, 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 тогда погнали. Побольше фоток сделать. Мы еще кость не нашли. Сейчас я соль рассыплю и этот вернусь за этой. Нахуй. Я за свечой. Поищу. Погнали. Да как тебя зажечь? Все, зажег. Эту. Яйцо. Ух ты. Ну вот, единственная комната осталась, где мы еще не были. Значит, здесь должно быть. Нету? Кухни вроде еще тщательно не смотрели. И в гараже. Что-то он там бросил только что. А вот тарелку бросил. О, еще что-то бросил. Попробуй сфоткать весь стол, может запечатлиться. Запечатлилось? Да, да. Ага, взаимодействие один. Че, еще раз гараж чекнем? Сейчас сыпем. Ага.
Ты можешь спрятаться, если тебе надо отойти вон в эти, в этом. Я тебя, если что, не слышу. О. Сейчас еще раз посмотрю это подвал. Ну ё-моё. Почему сюда без костей? Надо. Вообще-то сейчас похоже на полтергейст, конечно. Он переехал. В другую комнату. Как ты понял? Температура высокая. А вот здесь низкая. 3,9. Надо переставлять все. А где еще один? Я же положил. Радиоприемник не нужен. Соль уже не поменять. Видеокамеру ты взял, да? Сколько МП? Крест загорелся. 5. 5 МП? 5 МП? Да. Так, пойдем сольемся, обдумаем. Фух. Ну это по-любому дух. Да, 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 да. Так, 5 МП дух. Чё по квестам у нас общее? Оставить потушить горячую свечу. Звуки засеките при помощи управления микрофона. При помощи датчика движения. Но это, в принципе, можно все реализовать. У меня микрофон. Хорошо. Я сейчас возьму датчик движения, еще один. И... Чё там еще надо? Помнишь? Свечу потушить. Свеча там есть, зажигалка у меня с собой. Ну давай две лучше поставим. Схавай таблетки. Да-да-да. У меня в принципе нормально вроде. На одно оставим и потом. Так, кран. А, генератор. Генератор у нас в гараже, да? Все, выполнили. Все? Все? Да. Четко. Все? Ран? Или всё? Пофоткаем еще что-нибудь? Да, погнали. Все, погнали, погнали. Как говорится, go, go, go. Как-то быстро только зашли, уже все выполнили. Ну вот, в принципе, типа так и надо. И вот надо, играть только на кошмаре, чтобы определять по третьему этому. Ну, считай, вот мы духа угадали, как я вот сколько рассуждал, и без этого, без блики, без последней. Предметы не разбрасывает, лазерного проектора нету. А, ну, вообще-то, видишь, опять третья улика, типа, лазерный проектор. Так. Все, едем? Все, погнали. Так, я поставил? Вроде да. Да, поставил.
There's some jobs ready for you. Дух, все четко угадали. 150. 175. Так, ну вот что, за что вообще деньги дают? За доп квесты по $5, понятно. X3 по 15 получается. Определение призрака 10, получается 30. Бонус за расследование, это что, то, что выжил, типа, или что? Наверное. И фотографии. Короче, вот за каждую фотку, по-моему, по $5 платят, если она на 3 звезды. А оно и не X3 не делается, по-моему, за фотки, кстати. Так. Чё, хочешь сыграть на профессионале попробовать? Ну, давай. Так, только давай сделаем так, короче, мне сейчас надо будет перезайти в игру, потому что у меня шлем садится, я его сейчас на зарядку поставлю и с компа зайду. Ладно. Ну-ка, посмотри, как это выглядит. Давай, чекнем, приколимся. Посмотришь? Давай, 3, 2, 1, го. Хуета? Ты как приседание делаешь мощно. Так, ладно, что, погнал я тогда. Сейчас я тебе напишу этот комнату, короче, какую.